Поножовщина в троллейбусе. Нетрезвый пассажир троллейбуса, поссорившись с незнакомкой из-за багажа, который якобы ему мешал, и ее родственником, который вступился за женщину, взорвался и ударил ножом первого, кто попал под руку. Жертвой чужого конфликта стал 31-летний житель Черноморска. Его госпитализировали с проникающим ранением живота. Разъяренного злоумышленника обезоружили и передали полицейским. Правонарушителем оказался 52-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Я говорю: женщина, уберите сумку. Я беру так ногой, сдвигаю сумку, там и начинает. Если бы вот был тут муж, пробовал бы ты эту сумку тронуть. Я не помню, как я за тот нож схватился. Один раз я его ударил, чтобы он отскочил от меня, поймался и ушел.